Новый скандал разгорелся вокруг Ольги Бузовой, Ксении Собчак и итальянской группы Måneskin. Победители конкурса Евровидение 2021 группа Måneskin прилетели в Россию на закрытую встречу с блогерами и прессой, предварительно договорившись с Ксенией Собчак об интервью. Но интервью не получилось. По словам Ксении Собчак, менеджеры группы договорились с ней о том, что это будет эксклюзивное интервью. Однако на деле оказалось, что журналистов было много, и интервью Собчак просто свернули. Ксения обвинила менеджмент группы в непрофессионализме и бездарно организованной работе. Но, похоже, больше всего Ксении не понравилось то, что Ольге Бузовой удалось взять у группы эксклюзивное интервью. Say hi! Спасибо. Спасибо. Ольга Бузова. Да, yes? Yes. You like Olga? Yeah. My new friends. Ксения язвительно высказалась в сторону Ольги, обозначив, что интервью у нее было бы профессиональным, а вместо этого рокерам задавали вопросы про борщ и шампунь. Бузова не стала молчать и в жесткой форме ответила Собчак. И почему-то я стала виновата в том, что им всем отказали в общении с группой. Для меня странно такое поведение, но я на всякий случай сразу извиняюсь. Хотя моей вины в том, что мою прекрасную Ксению Анатольевну отменили в самый последний момент, нет. Мой борщ поперек горла вам встал? Простите, я бы с радостью посмотрела, как бы вы это сделали, но вам было отказано в общении с Måneskin. Я расположила ребят, мы смеялись, говорили о музыке, я им рассказала про борщ, валенки и многое другое. Вы не можете осуждать меня и мое интервью, ведь вы его еще не видели, подытожила Ольга. Группа Måneskin стала невероятно популярна после победы на Евровидении. Сейчас артисты колесят по всему миру, успевая при этом записывать новые треки.